В силу вступили изменения в закон о безопасности дорожного движения и в кодекс об административных правонарушениях. В связи с этим изменился и порядок допуска к управлению отдельными видами транспортных средств. Появились новые виды категорий и подкатегории водительских удостоверений. Он разделил основные категории на право управления транспортных средств. Это, грубо сказать, мотоцикл, легковой автомобиль, грузовой автомобиль и автобус. Сразу разделим, получились под категории. Где произошло изменение такое, как, например, появилась новая категория, категория М, это мопед. Это, получается, у нас транспортное средство до 50 кубических сантиметров, где сейчас обязательно требуется получение водительского удостоверения. Но также хочу сказать, кто имеет любую категорию, такую как Б, С, Д, отдельно, они имеют право управлять этими мопедами, именно вот до 50 кубических сантиметров. А с 50 до 125 кубических сантиметров объем двигателя, те имеют право управлять только А-категория, А1, А или А1, получается. На это тоже надо обучаться. Также сейчас появилась подкатегория Б1. Это дает право управлять транспортным средством, квадроциклом, легковым квадроциклом или трициклом, которые имеют руль как у мотоцикла. Вот. Появилось опять еще разделение категории С на С1 подкатегория. Это транспортное средство, которое свыше 750 кг, но не превышает 750 кг. То есть от 3,5 до 7,5 – это С1 категория, на нее надо учиться. Но если гражданин Российской Федерации имеет водительское удостоверение категории С, он также имеет право управлять категорией С1. Согласно новым правилам, право на управление мотоциклом с рабочим объемом двигателя 125 кубических сантиметров предоставляется подросткам, имеющим права категории А, с 18-летнего возраста. Право управлять транспортными средствами категории М и подкатегории А1 предоставляется по новым правилам с 16 лет. Регистрационно-экзаменационное подразделение информирует о том, что ответы на все ваши вопросы можно получить, обратившись на сайт Госуслуг в разделе «Регистрация автомобилей», а также по телефону 4 49 45.